Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы идем в Леруа Мерлин искать комодики мне в зал. Со времен пандемии мама живет у меня, но у нас накопилось много вещей, и мы решили купить несколько комодов, чтобы упихать все туда. Вот такие беленькие мы решили купить, нашли в Леруа, и потихонечку, постепенно, день за днем притащили 4 штуки домой на тележке. Ну, все, купили. Едем. Как я их собирала и как мы их расставили, сегодня расскажу и покажу. Вот так вот выглядит комод в разобранном состоянии. Это вот ящички, дверки, костяк, фурнитура и, самое главное, инструкция. Сейчас будем собирать. Ну что, начинаем собирать очередной комод. Как вы видите, 2 я уже собрала. В этом мне всегда помогает Челси. Да? Будешь мне сегодня помогать? Итак, что нам понадобится? Естественно, инструкция, как собрать этот комод. Ну, я, в принципе, уже все помню. Практически все без инструкции. Лежи, лежи. Не пугайся. Молоток, отвертка, ножницы раскрыть пакетики. И самое главное, шуруповерт. Его я приобрела где-то год назад тоже в Леруа. И эта штука теперь мне очень хорошо помогает быстро вкрутить все шурупы. Ну что, начнем сборку? Сейчас, будем сборку собирать? Да. Да не страшно. Все, давай, помогай мне. Итак, начнем, пожалуй, с ящиков. Это самое простое, что можно быстренько сделать и убрать в сторону. Ящики собрали, теперь будем собирать каркас. Для этого нам понадобится молоток, также отвертка, Thank you.
немного не в те дырки ставила эти штуки. Выпирают. А надо, чтобы вот так было. Поэтому сейчас хорошо, что есть шуруповерт. Сейчас быстренько раскрутим и вставим как надо. Так вот получилось, 4 комода по периметру, может быть, еще вот сюда докупим и здесь под телевизор поставим, да, Челсик? Сложили наши вещи, мама тут расположила постельное свое, ну не свое, вообще по всему дому, здесь что-то тоже постельное, всякие полотенца, тут мои шнуры, тут у нее нитки, иголки, рукоделие, в общем, разные штучки, дрючки. И вот теперь вот такой вот у нас интерьер получается. Наверное, все-таки докупим сюда и сюда еще по комодику. И получится красивая комната. И весь хлам, который мы нажили, уляжется в этих комодах. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.